Наталья Алексеевна, приходите сегодня вечером ко мне, отужинаем вместе. Нет. Отчего же? Я уже с вами сегодня много пообщалась на охоте. Вы мне уже... Я устала. Что ж, не буду настаивать. Ваше Высочество, прошу прощения, но я вынужден сообщить. Слушаю тебя. Граф Андрей соблазнил няню Натальи Алексеевны. Гертруду? Да, Ваше Высочество. Андрей отчаянный любитель плотских радостей и не привык себя сдерживать условностями. А теперь, как нам стало известно, он уважает старость. Ваше Высочество, это произошло в Мылинке Натальи Алексеевны. Кроме вас и великой княгини там быть никого не должно. Вы думаете, их сиятельство... Ради няни туда пришел? Ради кого? Наталья Алексеевна? Я сказала вам, Павел Петрович, я хочу быть одна. Я нуждаюсь в близости с вами. Мы давно не были вместе. Женщина имеет причины, о чем не говорит. Я принимаю ваш отказ, но в причину не верю. Ну и не верьте. Я могу и не объяснять. Ваша няня сегодня отдалась в Мылинке графу Андрею Кирилловичу. Что вы говорите? Я тоже думаю, что это на нее не похоже. Мог ли граф ждать там кого-то другого? Кого вы имеете в виду? Вы не на меня ли намекаете? Не смешите меня. Граф совершенно не в моем вкусе. Не более, чем вы. Мылинка не для того, чтобы там прислуга развратничала. Прошу примерно наказать. Нет, наказывать не буду. Я рада за нее. Гертруда!